Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aristovich ötən ay Kanal 13-ün Ukraynada olan əməkdaşı İdraç Cəmalbəyliyə son baş verən hadisələr haqqında müsahibə verib. Aristovich qısa müsahibəsi zamanı Ukrayna dövlətinin hazırki müharibədə Azərbaycanın tutumuna da münasibətini ifadə edib. Ну вот, последний процесс, все вот. Сегодня вот ожидали, что 8-9 что-то ожидался, что что-то будет там, что-то будет. И что мы увидели? Мы увидели старика, который вместо самолета судного дня показал памперс судного дня, в лучшем случае. Главное, то, что прозвучало в речи Путина, это то, что Россия должна, одной из основных задач России является избежать глобальной войны. И мы сразу поняли, что нет ядерной войны, нет столкновения с НАТО. И все, на что они будут целиться, это, скорее всего, достигнуть границ Луганской, Донецкой и Херсонской области. Максимум объявить какую-нибудь там Херсонскую народную республику, Таврический край, это я подозреваю, что они побоятся. Или, по крайней мере, будут крепко думать сделать это время. Вот и весь секрет. Потому что они поняли, во-первых, что та точка его максимального подъема, его карьеры, стала точкой падения. Что это старый умирающий человек, который 23 года своего правления использовал не на благо своей страны, не на развитие всего мира, а на то, чтобы стать пугалом, чудовищем, которое будет показывать и говорить, вот это последнее, что мешало миру стать другим, двинуться в светлое будущее. И он навсегда, что бы он теперь уже не сделал, как бы он ни показывался, он навсегда это чувствует. Его конец близок политически, его посмертная судьба печальна. И это самое главное содержание этого парада. Но Украина победит, мы уже стратегически победили, осталось на оперативном уровне переиграть это все. Для этого нужно много западного оружия, но также мы надеемся, что оно придет. Сегодня Байден подписывает ленд-лиз, а это означает, что рано или поздно победа будет за нами. И насчет и на поле оружия 10-го, да, сказали, что будет вот наступательнее оружие? Нет, оно так быстро не поступит, это месяц. Но сам факт, что он подписывает, запускается программа, это уже совсем другая история. Это значит, когда мы получим товарное количество, как сказал президент, мы сразу перейдем к контрнаступлению и будем освобождать нашу землю физическим путем, военным. Как когда-то сделал Азербайджан два года назад. Да. Можно ваше мнение касаемо той техники, которая здесь сейчас стоит и которая сегодня курсировала по Красной площади в честь парада? Та, которая курсировала на Красной площади в честь парада, скоро будет здесь стоять все, поэтому тут же все просто. Там. Мы уничтожили у них из 10 полевых армий 4 физически, практически. 2 воздушные армии по технике. Насчет еще Азербайджана, вот вы довольны, Азербайджан, вот видели, да, гуманитарная помощь, да. Да, четко все заявил, мы поддерживаем территориальную целостность, независимость Украины. Там провел параллели между нашей ситуацией и азербайджанской, сказал, что Азербайджан был в такой ситуации, не прямо сказал, но дал понять, как мне показалось. И кроме этого, здесь, он сказал, гуманитарная помощь, все очень четко. Но что касается военной помощи, это решает азербайджанскому руководству, потому что Азербайджан сам находится в состоянии очень непростой и, конечно, должен думать, в первую очередь, о безопасности своих граждан, неприкосновенности своих границ и решении тех задач, которые он ставит перед Азербайджаном. Ваши прогнозы всегда оправдают себя. Вот есть какие-то есть еще какие прогнозы? Вот. Ну, сейчас трудно прогнозировать, потому что слишком много разных переменных в этом уравнении, и трудно сказать четко. Но то, что война еще продлится, наверное, месяц, я думаю, да. Хотя она может закончиться в один день. Вот Путин даст команду, и все, нет войны. Он же не дает. Он же все хочет достигнуть своих мифических целей болезненных, которые ничего реального с реальностью не имеют. Они только продиктованы искаженной картиной мира и болезненными амбициями. Все. Ни одной реальной политической, экономической, военной цели за этим не стоит, за этой войной.